принципе, настроение может быть и лучше, да, если мы добились там положительный результат чемпионата России. Тем не менее, мы знаем, что это разный турнир, знаем, что впереди очень важная игра для нас. И думаю, что все наши ребята будут готовы, будем стараться добиться хороший результат, важный для нас. В принципе, неудачно это. Мы понимаем, что у нас график не очень простой, но могу сказать, что мы неплохо выглядели. Тем не менее, мы допустили непростую ошибку, но надеюсь, что сейчас мы исправим ситуацию и будем добиться положительного результата. Богу, все ребята здоровы, Лев подойдет, сейчас скоро Никита подойдет. Я думаю, что все ребята будут готовы в ближайшие игры. Любая игра, энергозатраты большая, поэтому я думаю, это небольшой проблем для нас. У нас, в принципе, все ребята уже много играл, много энергозатратил, поэтому я думаю, никакой проблемы не будет. И тем более, что у нас на игре с Рейнджер будет один день выше, больше, чем обычно. Поэтому я думаю, что все должны быть в оптимальном состоянии и все будут готовы.